Уголовное дело в отношении топ-менеджмента Тутбай возбудила финансовая милиция госконтроля. Статья «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». Как уточнили представители ведомства, в результате необоснованного использования Тутбай-медиа господдержки как резидента парка высоких технологий, государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Известно, что статус резидента ПВТ Тутбай был получен в 2019-м. Органами финансовых расследований устанавливаются все обстоятельства преступления и круг подозреваемых. Также подсчитывается точная сумма ущерба, причиненного государству. По данным Департамента финансовых расследований, им была получена выручка от деятельности, неразрешенной для резидентов парка высоких технологий. О данных фактах нами было проинформировано государственное учреждение, администрация парка высоких технологий. На основании полученной информации о допущенных нарушениях наблюдательным советом парка высоких технологий 18 мая текущего года было принято решение об утрате обществом с ограниченной ответственностью Тутбай-медиа права на налоговые льготы, предоставленные в соответствии с декретом главы государства от 22 сентября 2005 года номер 12 о парке высоких технологий. В это же время Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу Тутбай и его копиям. Основанием стало уведомление Генеральной прокуратуры, которое установило многочисленные факты нарушений закона о СМИ. По данным правоохранительного ведомства, в ряде публикаций была размещена запрещенная информация от имени незарегистрированного фонда Байсол. По закону запрещено распространение информации от имени организации, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, добавили в ведомстве. Событие вызвало большой резонанс среди экспертов и политологов. Как главный рупор антигосударственной пропаганды, с одной стороны, развернул деятельность по дискредитации страны, а с другой спокойно пользовался беспрецедентными налоговыми льготами. Давайте послушаем комментарий. Могу лишь сказать, что возбуждено уголовное дело по статье «За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». И надо отметить, что, скажем, в странах западной демократии, как они себя называют, в Соединенных Штатах Америки, да и в странах Европейского Союза, это преступление очень серьезное, и санкции за него значительно более строгие, нежели в белорусском законодательстве. У нас же по какой-то причине хозяйствующие субъекты считают возможным уклоняться от уплаты налогов, при этом все они имеют претензии социального характера к государству. То есть, как я говорю, платят зарплаты в конвертах, но переживают о судьбе бабушки, которая получает маленькую пенсию. Вот. Но, повторюсь, этот аспект мне комментировать сложно. Что касается аспектов, связанных с информационной деятельностью данного ресурса, то я, например, неоднократно говорил и как политический эксперт, и как член правления Союза журналистов, полномоченный по вопросам защиты прав журналистов, что данный ресурс ангажированный, вот, он не объективный, зачастую там публикуются не просто некорректно интерпретированные новости, но откровенно информация подается лживо. То есть публикуется то, что можно назвать сознательной дезинформацией, направленной на, скажем так, изменение сознания белорусского общества, формирование чувства тревожности, побуждение к протестным действиям, формирование разрыва и розни между людьми и между гражданами и органами государственной власти и управления. Вот. Поэтому в этой связи мне представляется, что деятельность такого рода ресурса, она рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами. И не зря Тутбай был лишен статуса СМИ по решению суда. Не зря Министерство информации неоднократно выносило предупреждение данному сайту. Еще один аспект я бы хотел отметить. Он такой не правовой, но моральный. Вы знаете, с 2019 года ОАО «Тутбай-медиа», которая является учредителем портала «Тутбай», числится в качестве резидента парка высоких технологий. Членство в парке высоких технологий предполагает особый режим, льготный режим осуществления хозяйственной деятельности, который предусмотрен соответствующими актами законодательства, в том числе указом президента. Вот этим всем IT-компаниям, значит, им для них предусмотрены серьезные, очень серьезные льготы. И понимаете, на мой взгляд, вот если честно, это апофеоз наглости и аморальности, с одной стороны, выступать флагманом информационной войны против государства и против президента лично, против Лукашенко, ведь они борются в том числе именно с ним не только как с политическим лидером, но как с человеком, всячески его оскорбляя и дискредитируя, да? Но при этом не стесняются пользоваться льготами, предоставленными белорусским государством и указами президента Республики Беларусь. Вот это, вот, на мой взгляд, вот апофеоз просто двойных стандартов наглости, аморальности, который чисто по-человечески я не берусь осуждать, но, скажем так, моя оценка этого негативная. Это не по-людски.
Вот если вы занимаете антигосударственную позицию, ну тогда зачем же вы просите у государства льгот, в том числе налогового характера, а кроме того и еще используете этот свой особый правовой статус для того, чтобы не заплатить то, что положено. Вы представьте, то есть с одной стороны льготный налоговый режим, с другой стороны уголовное дело за уклонение по уплате налогов. Удивительно все это выглядит, и я очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут соответствующую правовую оценку, честную, потому что никто не заинтересован ни в каких репрессионных действиях. Вместе с тем, конечно же, государство обязано защищать свое информационное пространство и в том числе принуждать хозяйствующие субъекты к ведению экономически прозрачной деятельности.